17 часов и 42 минуты в нашей стране. Большой привет всем, кто в эти минуты рядышком с BA. Я же говорила в самом начале часа, что будут у нас приятные подарки. И, мне кажется, самый удобный момент сделать это сейчас. Но сперва интересная информация. 16 октября 2017 года, то есть этого, Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных исполняется 16 лет. Легко запомнить. 16 октября 16. В связи с этим в республике в эти дни проходит акция «Молодежь за безопасность». Ну и для того, чтобы мы говорили о безопасности не просто так, знаете ли, не на ровном месте, давайте в игровой форме как-то поговорим и подарки за это получим. В эфире нашей радиостанции проведем интерактивную викторину. Призы я уже озвучила, могу напомнить, рюкзак и термокружка. И кто же это может получить, будем выяснять следующим путем. Я задаю один совершенно несложный вопрос, а вы просто присылайте букву, потому что он будет с вариантами ответов на 104.6. Итак, вопрос звучит следующим образом. Какова численность белорусской молодежной общественной организации юных спасателей пожарных? Вариант А – более 2000 человек. Вариант Б – более 200 000 человек. Вариант В – более 500 000 человек. Ну, здесь легко и удобно тем, что вы даже если не знаете верный ответ, можете догадаться. Может быть, вам сегодня удача улыбнется, и вы наугад отправите верный ответ. Напомню варианты. Какова численность белорусской молодежной общественной организации юных спасателей пожарных? А. Более 2000 человек. Б. Более 200. В. Более 500. И напомню, короткий номер 104.6. Победит сегодня тот, кто пришлет правильный ответ первым по счету. Удачи! Радио PA 104.6 FM. Держать крепко и не отпускать будет кто-то из наших слушателей рюкзак и термокружку, которую мы разыгрываем сегодня в нашем эфире от Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных, которой исполняется 16 октября 16 лет. Ну и вопрос, который я вам задала буквально пару минут назад, звучал так. Какова численность Белорусской молодежной общественной организации юных спасателей пожарных? Варианты предоставляла, не буду их озвучивать, назову только правильный. Более 200 000 человек. Немало, а что вы думали? Ну и я говорила, что подарок получит слушатель, который первым пришлет верный ответ. И это абонент 5631. Последние цифры номера. Вы оказались самым быстрым, самым шустрым. И теперь обладатель рюкзака и термокружки. Я вас поздравляю. Пользуйтесь и вспоминайте нас добрым словом. Ну а всем, кто участвовал, кому может быть чуть-чуть не повезло, я желаю просто приятного вечера. И может вам повезет в следующем часу здесь на BA, потому что мы будем разыгрывать, но уже кое-что другое. Все подробности чуть позже, будьте рядом.